Сегодня на должность управдомов в основном назначают самих жителей. Как показывает практика, они лучше приглашенных специалистов разбираются в работе своих домов. Чтобы дополнить знания старших по домам, 8 июня на базе АГУ открылась программа «Город учит город». Пилотная группа слушателей курса прошла 130-часовое обучение. Его итогом стала торжественная церемония вручения дипломов. Теперь вы стали частичкой нашего, так скажем, муниципального управления, звеном вертикали власти. И это скорее даже не преувеличение. Действительно, у нас местное самоуправление начинается и выстраивается снизу вверх. С будущими дипломированными специалистами работали сотрудники районной и городской администрации, служб ЖКХ и правоохранители. Не остались в стране и власти Московской области. Замминистра областного ЖКХ посетил торжественную церемонию. Вашим семьям здоровья, благополучия, всего самого наилучшего вам. А мы, Министерство ЖКХ, всегда будем рядом с вами. Готовы всегда помочь, обращайтесь. Мы открыты, пожалуйста, телефоны любые. Мы, то есть, на сайте всегда рады вам помочь. Профессиональный управдом может заметно облегчить жизнь окружающим. Для этого он должен обладать не только солидным опытом, но и специальными знаниями. Это необходимо для руководства электриками, сантехниками, дворниками и прочими людьми, благодаря которым в домах чисто, тепло и есть вода. Я не устаю повторять, что залог порядка в городе, в муниципальном районе, он прежде всего зависит от развитого жилищного самоуправления, именно жилищного. Благодаря программе «Город учит город» управдомы смогли посетить объекты электросетей и водоканалов. В рамках обучения они участвовали в круглых столах и даже ролевых играх. Вы блестяще защитились. Я так за вас горда. Вы были настоящие. Вы отстаивали позиции свои. Вы знаете, что вы хотите. Вы обладаете прекрасными знаниями. И сейчас зависит только от одного. Это от готовности еще и управляющей компании принять вас как своих коллег. В завершении учебы все управдомы защитили выпускные работы. Сейчас многие из них уже используют полученные навыки в реальной жизни. Насколько полезным оказался для них курс «Город учит город», станет понятно совсем скоро. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».